привет, как и обещала, покажу свои выгодные покупки с Wildberries и Озон, девчонки. Вот эти вот по 908 рублей. В этот раз я взяла подгузники, беру я их постоянно, взяла две пачки 12-20 килограмм. Следующее, что я покажу, вот в такой вот коробочке мне пришел кондиционер ABC, который, да, Турция, очень хвалит их, там много разных ароматов, я взяла вот этот, обычно 400 с чем-то, я взяла за 380 рублей. Красный ABC я покупаю в Пятерочке, вот на акции я брала 149 рублей, но я вам много раз уже показывала, решила попробовать вот такой. Напишите, пользуетесь вы таким или нет, и какой аромат вам больше понравился. Дальше, я уже как-то вам показывала, что я где-то полгода назад, наверное, покупала себе ойлу вот такую вот. Раньше еще в мое детство мы покупали в универмаге, когда жили в Москве, это очень распространенное было лакомство. Сейчас в магазинах я не вижу, но поэтому взяла вот такой набор. Здесь кос-халва, одна штучка с изюмом и моя любимая ойла с сухофруктами. Она мягенькая, такая вкусненькая. Я вам фоточки даже показывала, как она выглядит внутри. Вот такой вот наборчик, прям вкусняшка. Кто такое любит, обязательно попробуйте, рекомендую. Также выгодно на акции я взяла вот такой бьюти-бокс. Девчонки, не рекламу, покупаю новый свит сама уже очень давно. Мое знакомство началось вот с этой вот гиалуроновой сыворотки. Я ее покупала и в фикс-прайсе, на удивление, она раньше там постоянно продавалась. И в Магнит косметик, и на Wildberries заказывала, и большую, и маленькую. Но мне маленькая как-то удобнее, она у меня быстро закончилась, хоп, и все. А тут вот такой наборчик был, здесь видите, три вида кислот и увлажнение, как раз вот красота, то, что мне надо. Цена была 200 с чем-то рублей на акции, я урвала вот этот набор, буду пользоваться, потому что сыворотка у меня кончилась. Далее, я взяла своей кошке вот такой вот корм, это Уринари линейка. Здесь масса 1,5 килограмма, я взяла за 646 рублей. Буквально через пару часов этот корм стал стоить 880, если я не ошибаюсь, ну плюс-минус. Я никак не могу ей подобрать корм, ее то тошнит, то ей не нравится, она не ест. В общем, попробуем вот такой вот. Для стерилизованных полнорационный корм для взрослых. Она у меня взрослая. Попробую ей подавать. Напишите, пожалуйста, какие привередливые кошечки, какие корма едят. Потому что моя очень привередливая девочка. Она у меня весловушка шотландская. Пока доставала, у меня вот эта пачка вся рассыпалась. Мне и в пункте выдачи тоже сказали обратить внимание, что открыто. Я пересчитала, все было на месте. Я взяла два набора батареек. 12 таких вот, они по 2 штучки пришли. И вот такие. Там были бонусы продавца. То ли 100, то ли 200 бонусов. Врать не буду, девчонки. Все в телеграм-канале, все эти скидки у меня есть. Вот, бонусы продавца, и вышло очень даже мне хорошо. Буду пробовать, работают они или нет, потому что, например, для сигналки очень удобно, для детских игрушек, еще для чего-то. Следующая покупка — это такой скраб-сорбет для тела разглаживающий. У него тоже была очень крутая цена, видимо, на Озоне был какой-то глюк. Я себе его заказала. Смотрите, натуральные витамины для молодости кожи, лесные ягоды. Обязательно потом в сторис с вами поделюсь, как это пахнет, как это работает. Цена тоже была очень крутая, там в районе 107, что ли, рублей. Тоже есть в телеграм-канале, это на скидочках. Такую вот милоту для купания я купила, все 4 набора. Один, наверное, пойдет в подарок. Самый дорогой, 104 рубля, был с вот такими вот рыбками. И здесь 4 штучки. Вот эти вот наборчики, они все разные, они по 3 штучки. 59 рублей, 67 рублей, 69, по-моему, и 104. Тоже был глюк цены, потому что так они стоят 380, 400 и так далее. Я давно приглядывала подобные игрушечки в ванну. Они, кстати, 60. Видите, они обычно все в районе 400 рублей. Но, знаете, за 67 рублей, вот, честно говоря, грех было не купить. Я не удержалась, я взяла ребенку, чтобы он мог купаться, играть. Вот эти вот не пищат, да? Вот эти вот пищат. Вот эти не пищат. Вот которые не пищат, они, по-моему, по 67 были. Вот это, по-моему, 69, а это 104. Тоже в телеграм-канале ссылочки были. Также на Озон я заказала себе вот такие вот два салатника. Они один в одном пришли. Взяла с крышкой. Они были 242 рубля. Здесь где-то, по-моему, этикеточка есть. Сейчас я вам покажу информацию. 2 с чем-то литра и 3 с чем-то литра. Да, вот написано. Единственное, что пришло в таком виде, без упаковки. Вот этот салатник верхний, видите, весь грязный. Вот видно прям. Но, слава богу, пришло все целое. Я заказала вот за 242, и буквально через пару часов эти салатники стали стоить 460 или 480 рублей. А так очень удобный объем. На семью салатик нарезали, что-то не доели, например, можно убрать. И на ужин, например, доесть. Удобно. Вообще выгодная покупка. Это вот такая вот, клееночка, салфеточка, можно сказать, для лепки, для рисования на столе. Она стоила там 57 рублей, по-моему, тоже взяла на скидки. Ребенку в садик понадобится.
Товары для рукоделия, вот такая вот огромная упаковка, здесь 100 штук, это клипсы. На самом деле, это мама просила меня заказать ей для сетки уличной, надо вот такие вот клипсы сделать, чтобы там натягивать. В общем, так они обычно стоят порядка, по-моему, в районе 600 рублей. Эти же мне достались за 300 рублей, на них была акция на расхват, или как она там называется. Ну, очень выгодно. Кому это интересно, ну, я думаю, мало кто таким пользуется, в основном дачники. У меня тут две упаковочки, я сняла сразу. Здесь лифчики, девочки. В телеграм-канале я также показывала вам вот такие вот бюстики. Они были по 226 или по 232 рубля, я не помню. Для большой объемной груди, потому что здесь, смотрите, здесь достаточно широкие бретели. Они будут держать хорошо. Здесь вот так вот все хорошо выполнено. Здесь крючки. Крючки, по-моему, на два уровня только, да? Да, на два уровня. И, наконец-то, были большие размеры. Не 40, 42, как обычно смотришь, да, там на скидках. А это у нас 90F. Темно-серый, вот такой вот выполнено. В принципе, они очень качественно. Поэтому я заказала сразу две штуки. Мы с мамой сходили на пункт выдачи. Там она померила. В одном лифчике она так и пошла, потому что не захотела снимать. А второй вот остался. Я его вот сейчас постираю вместе с первым. И все. И она сказала, что удобно. Несмотря на то, что здесь достаточно много синтетики, но вот обратная сторона, она в основном хлопочек. Сшита качественная. И что хорошо, и под грудью подошло. Я смотрела по таблице продавца. И вообще, последний раз я у нас на белорусской распродаже, к нам приезжают белорусы, и покупала я за 750 рублей, что ли, один лифчик. А тут 230 рублей. Ну, вообще красота. Поэтому я взяла два. Ну, такая красота. Одно приобретение мое по распродаже — это набор трусиков. Сейчас разверну и покажу вам. Это вот такой вот набор обычных трусиков, девчонки. Я такие до этого уже покупала наподобие. Эти, правда, более тоненькие. На ощупь они, в принципе, приятные. Здесь, смотрите, белый, такой вот персиковый, желтенький. И два вот таких вот одинаковых. Ну, в принципе, ничего страшного. 5 трусиков, и стоили они меньше 300 рублей. Поэтому я на пункте выдачи вскрыла, посмотрела, что они плюс-минус мой 46-48 размер. И почему бы и нет, почему бы и не поносить такие. Очень удобные, и по такой цене даже не жалко, если они быстро потеряют свой вид. Еще одно мое приобретение, моя покупка, но это не на скидках, это я просто купила, обычная была скидка, не распродажа, да. Это от Luxe Visage, вот такая вот подводка, одна с кисточкой. До этого я вам показывала, у меня была белая подводка, сейчас покажу. Но белая она глянец, а вот эта вот она матовая. Хоп. Я ее посмотрела, срок годности у нее хороший, все хорошо. Мне нравится, что у нее бюджетная цена и что это не фломастер. Фломастер, ну вот никак я с ними не дружу, они мне не нравятся, они мне неудобны, некомфортны. И они у меня все почему-то пересыхают и засыхают. А Luxe Visage вот такая меня вполне устраивает. Ну а сейчас покажу вам два товара, которые я взяла вообще за копейки. Очень крутые. Смотрите, первые тенюшки. Я их видела где-то в рекомендациях, в шортах они мне попадались часто во всяких разных макияжах. И я решила попробовать. Так, ладно. Не могу я нормально коробку открыть. Вот это вот частая проблема у меня такая. Линейки под рукой нет. Давайте смотреть. Там много разных оттенков. Они стоили 250-240, потом вот 194 рубля. И я решила, думаю, все-таки я попробую. Давайте смотреть. Открываем. Тут у нас есть зеркальце. И, по-моему, оно должно быть магнитное. Да? Или нет? В общем, закрывается хорошо. Вот такие вот тенюшечки. Смотрите, какие красивые. Сейчас я сделаю, давайте, сводчик и посмотрим. Ну, просто их настолько хвалят. Смотрите, какая красота. Обалдеть. На зеркале, кстати, пленка, я просто сейчас ее снимать не буду. Давайте посмотрим, насколько... Вау. Действительно красиво, да? Смотрите, переливается всеми цветами. Этот оттенок называется коричневый. И видите, пигмент какой хороший. То есть, в принципе, опа. Красота, да? Очень их хвалят. Они у меня пару месяцев в корзине пролежали. В общем, я смотрела и решила все-таки я заказать. Вот такая информация здесь. Это, конечно же, Китай. Вот, но мне они понравились. В зависимости, вот смотрите, от того, как падает цвет. Они очень красиво переливаются. И сейчас макияжи с такими блестюшками прям вот топ номер один. Так что буду тестировать, посмотрю. Главное, чтобы было комфортно глазкам, никакой аллергической реакции не было. Но по комментариям, по отзывам, очень хорошие тенюшки. И давайте смотреть палетку. Девочки, вот эта палетка, оставила ее на вкусное, 132 рубля. Да, под Huda Beauty закос. Давайте смотреть. Открываем.
Так. Это также я кидала в телеграм-канал свой. Вот. И мы с девчонками там взяли. А вот это магнитное? А вот это похоже на магнитную. Зеркальце, видите, да? Здесь зеркальце есть. Давайте сейчас я его прикрою. Вот так. Смотрите, сколько здесь оттенков. Классно, да? И даже названия такие же, как у Huda Beauty. Очень похоже. И сияшки какие красивые, и все. Прям вообще красота. Я, наверное, отдельный шорт сделаю со сводчами, потому что здесь уже очень долго будет сводчи добавлять. Ну, давайте попробуем. А, смотрите, а вот этот даже консилер, он заклеен, чтобы он не испортился. Смотрите, как бережно. За 132 рубля. Ну, слушайте, это я вообще считаю вау-вау, красота. Так, давайте вот этот вот попробуем с вами. Смотрите, он какой цвет превращается, да? Потом какую сияшку? Давайте какую-нибудь красненькую попробуем. И, наверное, давайте вот эту вот попробуем. Вот. Вот это, кстати, красненькая. И рядом Excite. И еще не буду коверкать название. Здесь прям вот глиттер-глиттер. А вот эти мягенькие тенюшки. Давайте попробуем. Так, раз, два, три. Вау. Смотрите. Прям вау-вау. Очень круто. Те, которые блестюшки, осыпучие, их надо будет на жидкую базу обязательно накладывать. А вот эти и так, они прям как кремовые. Смотрите, как они переливаются. Слушайте, ну, если бы я знала, что я вот эту найду за 132 рубля, я бы вот эти, конечно, покупать не стала. Они очень долго шли. Вот, ну, пусть будет, да ладно. Смотрите, какая красота. Слушайте, ну, это прям вообще круто. Я довольна, мне очень нравится. Так, еще давайте, наверное, сейчас попробуем вот эти. И вот мизинчик у меня остался, давайте вот эти. Ну, в принципе, не так уж и сильно они пылят, да, заметили? Давайте, раз, два. Видите? Короче, я довольна, как слон, за 132 рубля. Девочки, это прям красота. Поэтому, кто хочет такие же скидочки, подписывайтесь на мой телеграм. Я абсолютно бесплатно с вами делюсь своими находками. Я покупаю сама, как видите, тестирую, пробую. Ну, когда есть возможность сэкономить, почему бы и не, да? Согласны? Такая вот палеточка. Такие были у меня покупки. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, мне будет приятно. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю вам только выгодных покупок. И пока-пока!